Здравствуйте. Варанкин Илья, 27 лет, 88 года рождения. В 2009 году закончил Екатеринбургский государственный театральный институт, мастерская Андрея Ивановича Русинова. С июня месяца работаю в театре имени Федора Волкова в городе Ярославль. Из ролей сыгранных – это «Зойкина квартира», «Херувим», «Золотой теленок», «Шура Балаганов», «Кармен англичанин», «Москва петушки», «Венедикт Ерофеев», сам он же «Венечка» и так далее, и так далее, и так далее. Из ролей в кино – «Охраняемые лица», «Напарницы», «Жизнь и судьба» Урсулика, «Ольга» проект, «Роль Кощей», потом «Цена жизни», сериал «Роль Жора» и так далее, и другие роли. Из знаний языков. Английский базовый. Ну, могу попробовать стихотворение вам прочесть. «She walks in blue like the night of cloudless climes and starry skies. And all that's best of dark and bright, meeting her aspect and her eyes. Yes. Thank you». Ну, я думаю, все. А, стоп. Нет, не thank you еще. Кандидат в мастера спорта по фигурному катанию на коньках, что очень немаловажно. Спасибо большое. До свидания.